О спорте. Более 1000 каратистов из 16 регионов страны. В Москве завершился всероссийский турнир. Курские спортсмены в очередной раз доказали свое мастерство и привезли домой 2 золотые и 7 серебряных наград. Прошедшие соревнования дали возможность попробовать себя в разных стилях карате. Александра Полина выступала в 2 разделах. На мече она стала второй, а в шитокан завоевала золото. До этого я занималась танцами и плаванием, но мне как-то ничего не нравилось. И потом родители решили дать мне попробовать единоборство. Но мне до этого еще папа занимался. Вот, и брат занимался, мне понравилось. У меня прям загорелись глаза, и я стала здесь. Владимиру Сметанину всего 12 лет, но его по праву можно назвать опытным спортсменом. Единоборствами он занимается уже 7 лет. На турнире курянин провел 5 боев, в 4 из них одержал победу. Выигрывать в поединках ему помогает тактика. Я перед тем, как выйти на бой с человеком, я старался, я же смотрел, как он бьется, смотрел, что он делает, как. И перед тем, как с ним выйти, я анализировал все, что он делает, и старался делать из этого вывода и проводить то, что у меня больше получается. Следующие соревнования состоятся 6 декабря. В игровом зале КГУ пройдут первенство и чемпионат Курска по кудо. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов, в том числе из Белгорода, Воронежа и Орла. Начало в 11 часов. Иван Поздняков, Антон Латышев, телеканал 7.